Здравствуйте, с вами магазин Автозвук UA. Сегодня мы рассмотрим стробоскоп внешний от компании RS, модель WLR-4. Стробоскоп белого цвета, поставляется в обычной картонной упаковке. Вот так вот выглядит сам стробоскоп. На 4 светодиода, полностью герметично заклеен, пыль и влага защищен. Задний корпус металлический в данных стробоскопах. Подключается на питание 12 вольт с помощью стандартных проводов подключения. Есть мягкая подложка для фиксации и два самореза, также инструкция. Стробоскоп, как я уже сказал, белого цвета, подключается на 12 вольт. Сейчас мы его подключим и визуально посмотрим, как он будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Вот так вот срабатывает стробоскоп. Очень и очень ярко. Есть разные режимы свечения. При покупке на данный стробоскоп распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.